Уже сейчас мы можем сказать, что в экономике началась новая фаза подъема. Экономика вступает в новую фазу роста. Формируется основа для ее будущего развития. Увеличиваются продажи автомобилей, объемы выдачи ипотечных кредитов. Уверен, сможем обеспечить устойчивый долгосрочный рост. Новое качество российской экономики. Сможем преобразовать Россию, изменить к лучшему жизнь наших граждан. Опережающие темпы экономического роста выше мировых.